Tek Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров принял министра внутренних дел Турецкой Республики Сулеймана Сойлу, прибывшего в страну с визитом. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития практического сотрудничества и реализации договоренностей Кыргызстана и Турции в области обеспечения общественной безопасности, борьбе с нелегальной миграцией и другими актуальными направлениями. Глава государства поприветствовал главу МВД Турции и отметил, что его визит будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Турция является для нас братским государством и надежным другом. Кыргызстан придает особое значение взаимодействию с Турцией, подчеркнул президент. Садыр Джапаров выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться, в том числе и между министерствами внутренних дел стран, о чем свидетельствуют последние встречи и переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сулейман Сойлу, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, а также передал слова приветствия от лидера Турции. Он проинформировал, что совместно с кыргызскими коллегами были проведены обстоятельные переговоры по вопросам сотрудничество в области обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком. Сулейман Сойлу заверил в том, что турецкая сторона готова к дальнейшему углублению отношений стратегического партнерства по всем направлениям сотрудничества с учетом поручений лидеров двух стран. Популяризации Диярбакыра ряд журналистов из балканских стран и тюркских республик приняли участие в программе, организованной Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. Как президент медиагрупп «Туркель», базирующихся в Бишкеке и Алматы, Хукума Халилова также приняла участие в этой программе. Группа журналистов за три дня посетили ряд исторических, культурных, сакральных и экскурсионных мест региона. Действительно, Диярбакыр отличается от других регионов Турции. Представляем вашему вниманию репортаж о поездке в Диярбакыр, который подготовила медиа «Туркель». Кале, историческая самобытность которого была выдвинута на первый план благодаря реставрации и культурно-ландшафтным работам, завоевала признание нас, журналистов. Затем с проектом «Зоны отдыха в долине Тичле», реализованным на территории площадью 30
3 гектара на склоне горы Кырклар, которая расположена на территории, где находится мост Өнгүзлү и считается священным мавзолеем, Диярбакыр получил очень нужную зеленую зону. Район Диджле является тем районом, в котором за всю историю проживало множество цивилизаций, привлекает внимание своей исторической фактурой. Можно сказать, что Диярбакырский Диджле очень богат местами для посещения. В то же время район, который находится в 90 километрах от центра города Диярбакыр, содержит остатки исторического прошлого региона. Данные об историческом прошлом округа Диджле стали поступать с 1515 года. На тот момент регионом правили беи. В 1951 году название района было изменено с Игил на Диджле. Также утверждается, что первое известное название региона было Пиран. В Диярбакыре состоялась стартовая встреча программы «Крылья Востока». В ней приняли участие национальные и международные общественные объединения под руководством Министерства культуры и туризма Турции. В рамках нее мы сможем получать информацию как на курдском, так и турецком языках. Мы будем знакомиться с курдскими книгами, смотреть курдские фильмы и подпевать курдские песни. Губернатор Диярбакыра Минюр Каралуглу заявил, что они будут вносить свой вклад в программу как губернаторство и муниципалитет. Наш самый важный вклад как столичный муниципалитет заключается в том, что мы подпишем протокол о совместной публикации с Главным управлением библиотек Министерства культуры и туризма. Как министерство и столичный муниципалитет Диярбакыра, мы опубликовали эти работы на курдском и турецком языках. Надеюсь, что с протоколом, который мы подпишем, мы сможем опубликовать как уже изданные когда-то, так и совместные публикации министерства и нашего муниципалитета из нынешних, чтобы охватить больше людей. Заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Ахмет Мисбах Демирчан в рамках программы продвижения «Крылья Востока» в Диярбакыре заявил медиагруппе «Туркель», что они реализовали услуги, которые были мечтой 20 лет назад. Демиркан сказал, эти действия, которые являются самой сутью нормального, были, к сожалению, мечтами 20 лет назад. Мы пришли к этому дню с большим цивилизованным мужеством и решительными шагами, и правда на земле и в небе, силой которую мы черпаем из корней нашей цивилизации. Губернатор Диярбакыра Минюр Каралуглу отметил следующее. В нашей программе, как государство и как нация, мы будем слушать официальные сообщения на курдском и турецком языках, продвигать книги на курдском языке, смотреть фильмы на курдском языке, сопровождать курдские песни. Столичный муниципалитет Диярбакыра, Центр культуры и конгресса Сизай Каракоч и кампус университета Диджле был организован университетом Диджле в партнерстве с Турецким историческим обществом и начнется с групповых встреч под названием «Три звезды Востока». В этом контексте в Диярбакыре один за другим реализуются проекты, объединяющие природу и историю.
Места, которые нужно обязательно посетить в Диярбакыре. Улу-мечеть Диярбакыр. Исторический Хасан Паша ин Сюлюклюхан. Четвероногий минарет. Замок Диярбакыр и Козий бастион. Гюзлю мост. Мечеть пророка Сулеймана и гробницы 27 мучеников. Музей Джахита Сыдхы Таранчи. Литературный музей Ахмета Арифа. Диярбакырский археологический музей. Дом Диярбакыр Дингбедж. Дом культуры Диярбакыр. Особняк Джамиля Паши. Музей Зия Гакалб. Особняк Искендер Паша, церковь Святого Георгия, церковь Девы Марии, особняк Гази, Восточный дом, долина Диджле. Почти все места в списке находятся в Суручи, и до них можно добраться пешком. Улу-Джами Анатоли, Диярбакыре. Улу-мечеть Диярбакыр известна как самая старая мечеть. Она была образована в 639 году арабами-мусульманами, господствующими в Диярбакыре, путем превращения оставшейся от армян церкви Мартома в мечеть. Мечеть неоднократно ремонтировали в 1091 году. Сначала по просьбе великого сельджукского султана Меликшаха, а затем в разные периоды. После пожара и землетрясения 1115 года все украшения, камни на колоннах были уничтожены. Улу-Джами также считается пятым священным местом ислама после Каабы, Равза и Мутахара. Масджид и Акса сирийской дамасской мечети, амиядов соответственно. Еще одной особенностью мечети является то, что здесь находятся солнечные часы, работа известного ученого Аль-Джазиры, которого считают отцом кибернетики. Исторический Хасан Паша Хан. Хасан Паша Ин – это историческая гостиница, расположенная на улице Гази напротив восточного входа в Улу-Джами Диярбакыре. Как следует из двух надписей на гостинице, она была построена между 1572 и 1575 годом. Визирсаде Хасан Пашой сыном Сокулу Машхет Паши, который был третьим губернатором после того, как Диярбакыр был взят османами. Сейчас это самое популярное место для завтрака в Диярбакыре. Четырехногий минарет и мечеть шейх Мутахар. Он был построен на земле, где находится гробница шейха Мутахара и известен своим четвероногим минаретом. Сооружение, построенное в виде четырех углов на монолитной каменной колонне, является единственным образцом четырехногого минарета Ван. Четыре ноги символизируют четыре течения ислама. Согласно поверью, желание человека, семь раз прошедшего под колоннами, исполняется. Десятиглазый мост. Он расположен на юге Суричи. Мост длиной 178 метров и шириной 5,6 метров. Имеет 10 пролетов и называется мостом десяти глаз. Это хорошее место для отдыха у реки Диджле. Мечеть Сулеймана и гробницы 27 компаний. Мечеть, расположенная рядом с музеем и выходящая на парк Сулеймана, представляет собой небольшое, но духовное место. Оно также напоминает нам, что города Диярбакыр и Шанлаурфа участвуют в гонке за город пророка.
Музей Джаид Сичит Таранчи. Дом, в котором поэт провел детские годы, превращен в музей, а посередине есть дворик, где можно отдохнуть и выпить чай, кофе. Он также является соседом дома Ахмеда Арифа. Замок Зерзеван является одним из самых известных сооружений провинции Диярбакыр. Этому сооружению, сохранившемуся до наших дней, примерно 3000 лет. Это здание, которое использовалось для военных поселений во времена Римской империи и распространилось по обширной территории. В то же время это сооружение принимало в истории множество империй. Замок Зерзеван расположен в районе Демирелчек, в районе Чинар, провинции Диярбакыр в Турции. В то же время этот замок, расположенный между Диярбакыром и Мардином, принимает множество местных и иностранных туристов. Он стал центром внимания, особенно для людей, которые хотят познакомиться с историей и любят посещать исторические здания. Зерзеванский замок является одним из мест, которые ежегодно посещает в среднем 1 миллион человек. Диярбакырский археологический музей. Полезно включить его в список для тех, кто любит посещать музеи. Хотя он и не такой всеобъемлющий и тщательно подготовленный, как музей Газиантеп-Зевкма, археологический музей Шанлыурфа или археологический музей Антакии – это хороший опыт, чтобы увидеть некоторые артефакты людей, которые жили в этом регионе тысячи лет назад. Также в этом районе есть кафе и офис губернатора. Так как это одно из популярных мест для фотосъемки жениха и невесты на открытом воздухе, снаружи может быть толпа. Мы также посетили базары Диярбакыра. Товаров было много, но дорого.
Kazakhstan, büyük mekin. Kırgızistan, koynum genin. Kırgızistan, Kırgızistan, korkoy bu seni bek durup. Kırgızistan, büyük mekin. Kırgızistan, koynum genin. Kırgızistan, Kırgızistan. Почем бананы? Бананы 150 рублей килограмм. А яблоки? А яблоки 98. Сынок, сколько у тебя стоят бананы и яблоки? Бананы 20 рублей килограмм, а яблоки 13 рублей килограмм. О, как здорово! Это слава богу! Давай по килограммчику. Слава богу! Так, сейчас еще хлебушка ей взять. Уважаемый, я правда не пытался обмануть. Тут такая ситуация. У этого дедушки сын с женой погибли. Осталась 14-летняя внучка. Я узнал, пытался как-то помочь. Наотрез отказывается от помощи. Я просто не придумал другого какого-то способа, кроме как снизить цены, когда он приходит. И знаешь что? Он когда приходит, в этот день я больше зарабатываю. То покупатель оставит сдачу. То придут, пол прилавка выкупят. Господь, видимо, видит мое желание помочь и как-то поддерживает меня, что ли. Я очень молюсь за этого деда. Уважаемый, сдачу-то возьмите! У меня скоро крупное мероприятие. Овощей и фруктов на 90 человек. Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове «Родина». И для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Думая о родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем понятие родины со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем гордость от того, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира. Именно так в нашем сознании природа,
Родина неотделима от жизни человека. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. Азербайджан. Малая родина автора и одной из руководителей программы «Мост дружбы» Хокумы Халиловой. Тавузский район, где она родилась. Живи долго, мой любимый, райский уголок, моя малая родина. Мы вам расскажем, как приготовить азербайджанское национальное блюдо кюфта булзбаш. В кастрюлю влить воду, выложить мясо и нут, варить до полуготовности около 30 минут, снимая пену. Ингредиенты из расчета на 4 порции. Полстакана нута, 4 куска баранины на кости, по 100 грамм каждый. Щепотка шафрана, 4 средних картофелины, 1 средний помидор, соль, молотый черный перец, щепотка сушеной мяты. Для кюфте 750 граммов мякоти баранины, 2 средних луковицы, 4 штучки алычи, 100 граммов курдючного жира, 2 столовые ложки риса, соль, молотый черный перец. Нут замочить на ночь в холодной воде. Приготовить фарш, мясо промыть, удалить сухожилия и пленки. Лук почистить, алычу вымыть и удалить косточки. Пропустить через мясорубку мясо вместе с луком и курдючным жиром. Фарш добавить рис, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
Затем добавить в бульон кюфту, варить на слабом огне около 2 часов. Сформировать из фарша шары, кюфту. В середину каждого вложить по 1 штуке алычи. Полезные советы. Подавать кюфту бузбаш нужно в глубоких пиалах, выложить в каждую 1 кюфту, 1 картофелину, четвертинку помидора, залить бульоном и посыпать сушеной мятой.